Приветствую, испытуемые! На ваших экранах вновь Portal 2. Продолжаем гонять в карты с конкурса Хрома Мапуапса. И сегодня у нас еще одна работа, которая попала на конкурс, но ее тоже оценили не на призовое место и вообще не на какое, она просто отдельно в списке, как, допустим, The Midas Exhibition. Как видно, у этой работы 3 с лишним тысячи оценок, довольно высокая средняя оценка в целом. Даже вот у Quantum State это всего 473 оценки. Блин, и при том, посмотрите, эта работа фактически на четверку оценена сообществом. Допустим, вот этот странный космос, огрызок, имеет большую оценку. Блин, я не понимаю людей, если честно. Ну что ж, Midas Exhibition на меня произвел, поняли, короче, хорошее впечатление. Надеюсь, что и работа Ферни тоже будет хорошо мною воспринята, надеюсь. Ну, я надеюсь, он того стоит. Ну, да ладно, давайте уже начинать играть, смотреть, что это за вундервафля такая, и что оно из себя представляет. Итак. Ох, еще одна работа с необычным визуалом, нетипичным для Portal 2. Водичка, электрощитки, кошмар. Нулевая камера из двух. Ну что ж, ух ты. А чё нам тут? Нас затопляют, нет, спасите. Подводная камера в портале, вау, это гениально, это просто гениально. Надеюсь, у нас есть хотя бы, кстати, костюм с кислородом, а то не знаю, как мы дышим. И, блин, а прыжок-то наш ограничен? Или не ограничен, не пойму. Но, тем не менее, каким-то образом могу, допустим, добраться аж до сюда. Так, ладно, нам нужен куб. Правда, вот пока я не вижу портал гана нашего, ну да ладно. Ах ты. А у этого кубика необычная форма. И на нем что-то крутится такое интересное. Так, тихо. Ну, теперь нам надо, наверное, разогнаться и... А тут есть лестница. Можем наверх по лестнице взобраться? What the fuck? Я не могу по лестнице взбираться. Что за бред? Ладно. Сберемся через баку сюда. А теперь попробуем перепрыгнуть сюда. Капельку не хватило. А это довольно странно. Так, ну что бы нам такое запрыгнуть, чтобы гарантированно... Опа. Так. Ладно, я пытался на трубу запрыгнуть, но... Похоже, просто выше какого-то уровня нам... особо не дает. Но вот смотрите-ка. Я могу просто пройти по трубам и, пожалуйста. Ну, не знаю, насколько точен такой метод прохождения. Возможно, реально просто надо пару попыток и допрыгнем, но да ладно. Но застревать здесь в этой камере я не хочу. О, Portal Gun! Ура! Причем двойной Portal Gun. А это значит, что будем веселиться на полную катушку. Так, наша задача каким-то хером закинуть куб вот сюда. Так, надо еще разобраться, куда можно порталы ставить, куда нельзя.
Я лазер явно не перепрыгну. А куда мне тогда ставить это? Блин, столько лестниц, и ни одной воспользоваться не можем. А я реально не вижу никаких портальных поверхностей. Вот, вот тут есть, да. Черт, нам бы куда-то взобраться повыше. Может, по трубам? Я слишком нетипичные решения пытаюсь найти. С тебе, наверное, соглашусь. Вот если вот так вот я взберусь, да, пожалуйста, как бы. Я могу так портал поставить. Но прям так ли это решается? Не, ну я не знаю, нахрена делать коллизию именно такую для труб, если мы можем вот по ним взбираться. Если автор явно не задумывался, что мы должны были по трубе взобраться и... И вот чем-то иным заниматься, то я не знаю просто. Ну окей. А, ну смотрите, у нас... Ой, кубик! Не уходи от меня далеко. Я же не идиот. Так, ладно, ну обратно той же дорогой, к которой пришли. Я, блин, гений. А как обратно-то мне, если я ошибку совершил? Видимо, так же по трубам. Ну, не знаю, если я... Перекину куб вот так вот. Ого! Доплыл! Стоять, кубик! Блин, конечно, это гениально просто с подводной... все это придумать, но мне кажется, как-то... Не знаю... Эта механика за три камеры мелкие не раскроется практически никак. Интересно. Я даже знаю, как это можно решить. У нас ведь световой мост есть в распоряжении. Да стой ты, а. И все. Это, по-моему, самая простая камера из всех была. Потому что у нее наиболее типичное решение для портала. Все, верните портал Ган на место. Но не говорите, что это все. А, сейчас вода уйдет. И мы снова станем свободными. Блин, походу это реально конец. Очень жаль. Концепт
я бы сказал, не просто офигенный, он охуенный. Но это не явно фаворит на конкурс, был бы, если бы я был судьей. Определенно мега концепт просто. Это гениально, реально. Мне очень понравилось, но не дотягивает до такой полноценной работы. Хотя тут, конечно, как видно, в мастерской в среднем именно такие в основном работы. Концептуальные, скажем. Хотелось бы увидеть продолжение, наверное, развитие этой механики подводной. Это же реально, блин, просто воду добавляешь, и сколько всего тут можно сделать, блин. Вообще крутяк. Ну что ж, я не хочу делать видео маленьким, поэтому походу нам придется сыграть две другие карты. Давайте, знаете что, вон компаньон, возможно, я оставлю на отдельный видос, я не знаю, насколько это большие карты. Давайте сыграем в Portable Discouragement Beam. Это тоже из хрома конкурса, как видно. Так, в принципе, и эти карты две из хрома конкурса. Но я надеюсь, что хотя бы минут на 10 эта карта, и там можно будет одно видео сделать. Окей. Portable Discouragement Beam. Карта за Greek Aviana from Apoaps. Особая благодарность. Son of Wolf. Ух ты. И все. Это что-то новенькое. Или что это, я не пойму. Но опять же, эти вот освещение, блин, это кайфово. В портале вообще смотрится. Чё? Кого? Хера себе, вот это неожиданно. Погодите, а мы можем... О, мы можем эту штуку таскать? Какой кошмар, а почему она так выглядит? Модель не... Как будто, знаете, оригинальную взяли, не доработали модель просто. Сзади, типа, поверхности у нее не прорисованы. Здесь хотя бы, не знаю, стенка какая-то должна быть, но ее тупо нет. Но за идею лайк, да. Так, наша задача... Аж сюда добраться. Так, а если я... это печально. У меня даже анимации нет. Так, ну... Тут не сложно. Следующая камера. О, это же этот отражающий гель. Ха-ха. Просто решили для прикольчиков ставить. О, это чё, мне мазать все придется? Ну-ка. Иди сюда. А что мы, собственно... Нет, здесь нужен обыкновенный куб.
Так, ну ладно, это понятно, я думаю, что-то надо сделать. А дальше что? Ох, кстати, хера. Блин, все отрывается тут, а? Ой, да ну. Вы, блин, прикалываетесь, там сетка. Похоже, я еще что-то упустил. Так, ну ладно, допустим, у меня есть портальная поверхность. Будет довольно... Да не просто тяжело. Даже не знаю, как сюда это направить. Допустим, давайте гелем помажем немного, да? Пока не знаю, что нам этот 100% даст, но пусть лучше будет. А почему у него синие капли? Хотя сам он явно серый. Окей, мы всю поверхность измазали. Что за херня? Это он типа сломался так, что ли? Ну ладно. Отдельная камера для прохождения одной из камер. Гениально. Так, я вижу куб наверху. Как вы его нам достать? Для этого нам надо... О. А получится... Могу проще сделать. О, как. Хорошо. Как быть с этой половиной? А что тут тоже сверху? А, нет, тут всего одно. Слушайте, а нахер рано вообще в принципе этот гель? Ну-ка, может и так получится. Смотрите-ка. По идее, отсюда сюда я достаю. Все, понял. Надо стеночки измазать. Вот тогда будет толк. С самого края проходит, а? Не, ну если под прямым абсолютно углом я прокину эту штуку. Кстати, даже метки прицелы мне дают.
Так, очень хорошо. Куб я получил. Это только один кубик. Или только он и нужен, я уже забыл. Так, ладно, я лучше сохранюсь. Идем сюда. Идем сюда. И еще нам надо сходить сюда. Тут разве раньше не было херни, которая давала возможность нам получить этот новый блок с лазером? Ну ладно, это не проблема особо такая. Уж. О, так оно все поломалось. Более того, здесь проход открылся. А, ну логично, что открылся. Ладно. Господи, вся камера разваливается на глазах. Так, вот это... Я бы сказал, что интересненько, но я уже знаю решение этого. Все, конец. Ну, если это все, ну чего я могу сказать? Прикольная карта, мне понравилась. Определенно кандидат на какое-нибудь третье место, например, да. Неплохо. Жалко, конечно, что, опять же, эти карты не супер большие, хотя, ну, эта карта достаточно объемная. И идея с перетаскиваемым блоком с лазером прикольная, но мне не нравится вот сама модель, которую выбрали, и которую то ли недоработана, то ли просто из игры оригинальная взята, не знаю уж. Но, в целом, интересно в такое играть. Как я сказал, кандидат на какое-нибудь третье место вполне себе. Ну что ж, две карты еще позади. Наверное, в следующем видосе будем говорить Фаун Компаньона. И раз уж две части, не знаю, может они маленькие, может не очень маленькие, посмотрим. А, на сегодня все. С вами был Павел Первый. Ставьте лайки, если испытуемые. Подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе, оставляйте комментарии. Увидимся в следующих видосах. Всем пока!